Осенью и зимой нам необходимо больше энергии, поэтому старайтесь высыпаться, употребляйте фрукты, овощи, пейте побольше воды, не забывайте сохранять физическую активность, в выходные дни выходите на прогулки в лес, катайтесь с семьей на коньках, не забывайте носить шапки, перчатки, старайтесь не употреблять алкоголь и не курите. Мясо, если то белое, курица, индейка, красное мясо нужно стараться ограничить, особенно людям с повышенным холестерином и повышенным артериальным давлением. Во время готовки пищу не солите, а подсаливайте уже готовое блюдо, чтобы минимизировать количество соли принимаемой.